Мир нам показал, что такое рынок. Мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительный. Почти нет больших проблем, мы тут вели речь. Наш Беллекпром, председатель концерна, просила, чтобы вы обратили внимание на совместное предприятие по производству ковров. Мы не создаем конкуренции здесь. Поэтому надо посмотреть на акцизы по ввозимой продукции. Мы с вами можем такие ковры производить. И даже всю потребность не удовлетворим в Таджикистане. Как президент сказал, 200 тысяч свадеб, как минимум один ковер, это 100 тысяч ковров. Ну, надо занимать вместе этот рынок. Мы же не хотим сюда привезти и сбросить свой товар. Давайте вместе работать, тем более у вас люди с этим знакомы. Мы готовы поглубже работать с производством хлопка и закупками у вас хлопка.